К другим темам. Цунами в Индонезии. По меньшей мере 62 человека погибли и еще 20 пропали без вести. По данным властей, в списке пострадавших почти 600 жителей. Повреждены или полностью разрушены 500 зданий. Посольство России проверяет, есть ли в списках тех, кого затронула стихия, наши соотечественники. Метеорологические службы сообщают, что волна зародилась в проливе, который разделяет острова Ява и Суматра. Она могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана.